попала в ад. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь учат в школе, учат в школе. Мы старшеклассницы. Ох, это школьная жизнь. Ей-богу, это же секта, серьезно. Это звезда сегодняшнего влога. Мы, короче, уже сейчас пойдем на Текис. Это там, где, короче, будет... Короче, неважно. Короче, мы уже... У нас был сейчас первый урок с нашим классным руководителем. Нам рассказывал то, что будет в 10 классе, что у нас в 11 будут экзамены. Надеемся, что учебный год будет хороший. Короче, мы уже сейчас сидим на этой презентации, сидим в зале. У нас тут, короче, вот так вот все оборудовано в школе. Очень красиво, кстати, не то, что ваши украинские... Есть? Да. Сколько подписчиков? 300. Короче, мы сейчас идем на Асаку. Да, Эллочка, ой, боже, блин. Пошли поздороваться. Ну я просто направлю, чтобы ее в экранчике была видна. Про глаголы, про тире. Девушка, ну хотела, да, потому что летом уже становилось очень скучно, поэтому я увиделась со всеми, со своими друзьями, с Катюшей. Короче, познакомилась со всеми старшеклассниками. Уже прям. А это, короче, израильская столовка. Сейчас 10 часов, у нас 20 минут перемена, и потом мы снова идем учиться. Короче, мы сейчас будем тусить в пустом классе. Кажется, так бесконечно без тебя. Ночи хочешь, мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Сходили на математику, сейчас мы уже будем идти домой. И на этом не заканчивается наш сегодняшний учебный день. Короче, идем мы уже на автобус. Школьный день прошел как-то быстро, я вам скажу. Очень скучно. Я думала, будет веселее. Да? Снимаю это, блядь. Кать, сделай волосы нормально. Я хочу, чтобы он ревновал. Да, блин, Сюша, Юля. 15. И там 15. Все это 30. 15. Ну, вообще-то 30. Ну, 30, короче, да, 30. Ребят, вот я уже заканчиваю свое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я надеюсь, что вы поставите лайки, подпишитесь на мой канал и все такое. Все, что должна говорить видеоблогерша. Но хотела вам сказать то, что следующее видео будет о хоккее, почему я выбрала именно этот спорт, в какую команде я играю, почему, что мне нравится, покажу всю свою хоккейную форму, как ее, возможно, правильно одевать. Все-таки это тоже интересно, поэтому я уверена, что следующее видео будет вообще охрененное.